перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну нифига себе, как быстро. 5-4, 5-500. Я тут уже поинтересней. Видимо, кого-то что-то заинтересовало, или кто-то хочет помочь, или кто-то все-таки из хип-хоп сообщества. Есть какие-то вопросы. Я просто никому не посылаю нахуй. Извините, кстати, тех, кого послал сегодня нахуй. Просто я вчера одного человека... Яна Шурыгина, да, кстати, нормальное дело. Вот только что созванивались, думаем, что делать дальше, куда идти, на какую программу. Но могу я, да, уже как бы свое вечернее, просто без этого, без макияжа и свет у меня, знаете, с нерабочей стороны, блядь, стоит. В смысле, что не гуляешь? Дома сижу, потому что болею, извини. 3000 займи, на. Смеги, ну, не знаю. Не будет, скорее всего, совместки. Че, вам показать охуенную тёлку на моей кровати, наконец, первый раз? Ну, не первый, но, знаете, парочка была. Дорогая, ну-ка встань, нормальную позу приведи. Ну, чтобы вы поняли, чтобы все стало ясно, чтобы все стало на свои места. Нормально, ну, ты скоро там? Ну, вот она как бы. А, нет, вот она, сейчас покажу. Вот, привет. Извини, что я так долго тебя не навещал. А это я. Ой, блядь. Вы мне главное скажите, привет, какой раз за день? Когда-нибудь у меня было столько прямых эфиров? Если было, то я не помню. Негромко музыка. Музыка не громко, меня слышно хорошо, проверка звука, раз-два, блядь. Нормально все, да, окей, могу говорить, точно, да? Раз-два, микрофон чек, микрофон чек, музыка не громко, музыка. Ну, мой любимый альбом всех времен и народов, под который я, можно сказать, родился как рэпер, и, блядь, скорее всего, и... Дай бог, конечно, подольше побыть рэпером, но я, когда рэпер во мне он умрет под этот трек. Не под этот трек, а под этого, вообще, под этого рэпера, окей? Ну и вам, собственно, и музыку, и меня, я просто такой хотел. Конечно же, не последний эфир, время еще пол восьмого, блядь. Сайзи слушали эту песню, да, мы Сайзи только эту песню не слушали, блядь. Блять, закинулся всеми практически. Знаете, вам интересно, давай выходить похуй. Давайте. Я просто хочу посмотреть, кто. Короче, забыл, просто вылетел из головы. Хотел выложить фотку. У вас уже 8000, я думаю, что почему ты заикаешься? Потому что я заикаюсь, блядь. Извините, ебаный рот. Вот это охуенный был. Бля, это вопрос года, отвечаю. Блять, надо запомнить. Сейчас я запишу в заметочки, подожди. Ян, ты этот телефон не знаешь? Не случайно просто. Я про Яну Шурыгину. Мы просто сейчас такой небольшой баттл. Сейчас мы сначала пойдем с ней, наверное, на «Пусть говорят». Пацан, ты что, прикалываешься? Да нет, я, блядь, всегда, наверное, серьезным, блядь. А ты идиот, извини. Ладно, как сейчас, нормально, сейчас что? Как я там сказал, что хотел сказать? Уже забыл, видите? Ну, реально, есть память, хуйня. Но это лечится. Это правда лечится. Спасибо тому, кто лечит это. Привет, привет. Много чего хотел, на самом деле. Да хуя не сумел осуществить. Блин, неудобно сидеть. Кресло, конечно, пиздатое. Спасибо большое, но сидеть неудобно, пиздец. Жопа приедет. Мягко говоря, а так вообще неудобно, без обид. Той фирме, которой подарили эти кресла. Не буду говорить, какой, так уж и быть.
Извините, что у меня такая чашка стоит, из которой я пью у себя в офисе, в своем гуфлофте. Ой, не хотел этого говорить, но в гуф-бункере, окей. Блять, так хотел, думал, выездовали за весь день. Когда 10 будет, тогда по делам позже поговорим. I don't know, I gotta do what I gotta do, you know? It is what it is. Но пока я своей какой-то хуйней бесполезной занимаюсь. Надеюсь, что слоник здесь не должен упасть. Блять. И, короче, давайте договоримся сразу, чтобы, блять, девочки, пожалуйста, девочки, все, кто лайкает вот этот эфир, не лайкайте его вообще, просто я понимаю, что вам всем нравится, что я охуенный чувак, что я, ну, круто шучу, просто из-за ваших этих ебучих лайков, я в них не нуждаюсь, во-первых, а во-вторых, из-за них все тупит, и мы долго все вместе потом думаем, с какой хуйней это все тупится, а, ну, вы мне решили побольше их поднакидать, чтобы, типа, показать, как вы меня сильно любите, тогда вы меня вообще не любите нихуя, это первое. Вот, я смотрю, блядь, а почему они так, или они так издеваются надо мной, как и некоторые, что, блядь. А вот он говорит, не лайкать, а его лайкну все равно, понятно, чтобы он знал, что я его так сильно люблю, блядь. Нет, не люблю никого сейчас, не люблю. Люблю, вернее, кого-то, но и буду любить, но, походу, не судьба. Ну, в натуре не судьба просто, тупо. Не, блядь, не из этой пизды, извините. Вот, вот это уже, я уже, да ебаная, почему, зачем вы пускаете эти сердечки? Короче, если вы узнаете, что кто-то из рэперов смотрит этот эфир, и кто-то из тех, кого я послал нахуй, или послал просто там как-то по-другому, или кто-то на меня из этих рэперов, в которых были упомянены, я просто не успеваю за вашими комментариями читать. 10 тысяч, я вижу даже 10 тысяч. Я переживаю немножко за кое-что. Ой, еще одна просто идея для альбома пришла. Я вообще, ну ладно, короче, не вам будет сказано, это знаете. Потому что, как я понял, сейчас поговорим, секунду, а то у меня идея пропадет. Не лайкайте, пожалуйста, много, если хотите, меня нормально. Да, я вижу, что 11 тысяч, сейчас. Просто еще одна идея для трека пришла. Сейчас. О, Бадди, здорово, привет, давай про альбом рассказывай. Ага, я тебе расскажу, давай только в WhatsApp, ладно? Не по этому телефону и не по тому, а вот по тому, с которого я тебе напишу, окей? Ну, как-то так. Ну, вы охуели? Да, сейчас, извините, если говорить, чтобы нормально все звучало. Так. Что ебать? Я не понимаю, просто был комментарий. Ебать. Здорово, Женек. Всех собрал, да, уже даже 11. Ну, типа, это, наверное, после тех трех я на свою 1000 позвала подружек, которые мне сейчас наябывают на номер, на который она наябывала всю дорогу. Ну, типа, как бы, я такой грустно, гуфику, пиздец просто. Это просто защитные шутки, это все защитная реакция всего лишь. У Гуфика ангины нет, у Гуфика не ушла девушка, как бы, но ушла и... Ну, ушла и ушла, но могла уйти красиво. Ну, то есть мы могли расстаться красиво. Я бы не сказал, что прям идеально красиво, потому что не совсем красиво расстаться. Такой, да, у меня уже вид уставший. Но извините, просто я с первого... эфир уже как-то чуть-чуть подустал за сегодняшний день. Может, вам что-нибудь поменять, отойти, блядь, накраситься, чтобы нормально был эфир, как это, блядь, делают большинство из вас. Но я подготовился к эфиру, да. Я одел AirPods и поставил наушнику с 4-го, блядь, телефона на 5-ю колонку. Да, это стоило того. Хотите загадку, короче? Кто первый отгадает? Того, ну не то, что я зафоловлю, прям зафоловлю, залюблю и буду любить всю жизнь, потому что вы все должны отгадать. А, короче, смотрите, да, окей. Окей, ари-да-ре. Вот,
Так вот, просто все. Смотрите. Окей, да эта пизда слила. Я, блядь, испугался, что она и этот телефон узнала. Ну, узнает скоро, я уверен. Но ничего, у меня есть какой-то осколок. Этот какой по счету? Сейчас я посмотрю по... Извините. На, это телефон Москва, да, значит, называется. Окей, надо его запомнить. Но пока вот этот телефон она, вроде, не знает. Ну, как бы я сейчас вроде не в Москве, да, как бы... А может, и в Москве. В высотке, наверное, на последнем этаже сижу и жду, когда подъедет не почтальон и далеко ко мне. Так вот, я все просто, извините, ну, как бы вы знаете мой образ жизни, что иногда я там могу похулиганить, нормально похулиганить, хотя вообще, иншалла, вообще, дай бог никогда. А, загадка, да. Бывает иногда, что прыгаю с темы на тему, но, знаете, этим зарабатываю на жизнь. Женяк, прям хулиганить, думаешь? Ну, прям уже начать хулиганить, мы всегда успеем. Какой хулиган, пизда, да, я хулиган. Ай, блядь, нога затекла. Не до конца удобно все-таки. В этом месте, где я сейчас нахожусь, что-то надо исправить. Ну, точнее, я думаю, кого-нибудь позвать, чтобы все исправили. Какой-нибудь уверенного какого-нибудь человека, в ком я буду уверен, пока не уйдет картина Кэти из моего дома, большая. И пока эта цепочка... Алло, вам слышно меня, блядь, что такое? Как только про цепочку заговорил... Звук есть? Вот так сделайте, если есть звук. Я просто не понимаю. Есть пока еще? Потому что садятся наушники. Блять, сейчас я хотя бы поставлю их. Блять, чехол забыл. Внизу. А там просто у меня столько баб голых, что, блять, вам лучше вниз не спускаться. Настя. Это, если ты меня смотришь сейчас, посмотри, пожалуйста, а, все есть, не надо ничего, спасибо. Это я просто одно из дальних родственников, да не, шучу, мне просто, ну, честно, если сказать, то у меня сейчас там такой немного семейный вечерок, сегодня даже решил заглянуть мой папа, родной, Долматов Алексей Сергеевич. Но это только начало всей истории. От остальной истории вы охуеете потом, когда мы все... Ой, нихуя себе, даже я в своих часах вижу тоже сам себя. Фу, блядь, не так нельзя. Это уже совсем какое-то самолюбование. Это... Загадку загадываю или нет? Загадка. Это пизда. Давайте просто будем называть ее так, все будем... отличать, где пизда, а там, а кто любовь, а кто бэйби-мама, если кто знает такое слово. Вот как бы, запомните, три слова. Вот я сегодня с пиздой должен как бы, ну, закончить разговор, по крайней мере. Слишком дохуя внимания, что 13 тысяч человек, я думаю, 13 тысяч человек хотя бы, которые меня смотрят, это действительно живые люди, блядь, я надеюсь. Они накрученные просто все там... Сидит Яна из 13 тысяч, блядь, смотрит этот эфир. Хотя, знаете, вполне вероятно. Вообще, она же, блядь, порешает всю хуйню, блядь, и все может сделать на свете. И, блядь, гуфа пошантажировать, как сейчас это стало модно, блядь, на Западе. Шантажировать рэпер. Такая-нибудь сидела, думала такая, почесала свою репу беспонтовую, блондинистую, блядь. Ненавижу блондинок, ну вы, наверное, заметили, что я терпеть не могу, блядь, блондинок. Значит, погромче. Сейчас. Пульт найду, шучу. Пульт всегда рядом. Ну, то есть, я НАСА слушаю или только когда мне очень... Сейчас я вот эту штучку поставлю на зарядку, ладно? Сходил, блядь, за... Не нашел, короче, блядь, загадку.
что за Яна, это, видимо, Яна хочет вам всем рассказать, а не я. Ну, как, кто вы, вы, наверное, знаете, а кто Яна, хочет она сама, чтобы все узнали, кто такая Яна. Яна, еще раз очередное послание к тебе. Ты уверена, что ты хочешь идти туда, куда ты меня зовешь? Ты сама уверена пойти на эту передачу, на которую ты меня зовешь? Еще раз, пизда ты ебаная, подумай, ты уверена, что ты готова пойти со мной, со своей так мамой, папой, или они, к сожалению, блядь, не смогут приехать, потому что у них нет денег. Окей, я куплю им билеты сам. Маме, папе, твоему другу, мусору, который прикрывает тебя в Екатеринбурге. Вот сейчас я чуть-чуть заволновался, немножко, просто, ну, просто это есть, все, на самом деле это есть по факту. Нет, я про Яну хочу договорить, я, наверное, без тебя решу, блядь, ты хуйло там сидишь, и, блядь, вам, короче, или просто стоит улыбаться, блядь, тем, кто сейчас смотрит этот эфир. Ну, то есть про Яну трех будет по-любому, блядь, это как ни крути, это в зависимости уже от Яны. Ха-ха-ха, да, это уже, извините, от Яны зависит, а не от меня, блядь, потому что от меня это никак не получится, я не получу точно, блядь. Никак. Ну, то есть вообще, Ян, пойми, ну, я не, блядь, не Lil Pump, блядь, которого стрепуха, блядь, развела, ну, я, во-первых, блядь, не Lil Pump далеко. Заебал, а ну-ка. Пока ожидание. Это типа мы с Гуфом. Алексей, ты, блядь, ты не ко мне обращайся, я тебе, блядь, не друг никакой. Ты отойди в сторону, кто мне сейчас только что это написал. Нет, я тебе сказал, там, нюху мою. Пока, и уёбки, блядь. Ну, видимо, как-то ребята... Ну, вот как с которой я только что в купальне были на связи. Ну, типа-то, извините, вот таких я сегодня буду посылать нахуй. Ну, рэперов не буду. Даже, блядь, извините, Яну не буду, блядь, посылать нахуй. Успею, знаете, реально, я ее лучше при всей стране пошлю нахуй. Не вывезли, пацаны, Женек, ага, не говори. Дальше, я просто смотрю, кто еще что-нибудь скажет плохое, чтобы поговорить со мной в прямом эфире, если кто-то хочет. А вообще-то, я жду рэперов, я забыл просто, извините. Не, нахуй всех не хочу слать, следующий просто, кто меня нахуй пошлет. Давай поговорим. Вот любой. Нет, я не говорю, что сейчас, давай любой поговорим, там, мне похуй на все. Просто, блядь, я нахуя... Блядь, так опять неудобно сидеть, неохота. Извините, сейчас подставочку для ног схожу, принесу, окей? Не отходите далеко, и ваши комментарии, иди нахуй, окей. Вот, и вовремя написал, пока не ушел просто. Иди сюда. Вот это уже смело, уже называется, ожидаем. Артюриан 2016. Себе покажи, моё, хуй ты его нахуй посылаешь, здорово, Гуф. Иди нахуй. Приезжай в Октябрьский. Куда приехать? В Октябрьский. А можно точный адрес? Башкортостан. А можно сейчас, погоди, я запишу секундочку. Ты можешь говорить, а 18 300 человек узнают. Давай точный адрес, я не буду записывать, говори. Я концерт говорю. Нет, говори, Башкортостан, Октябрьский. Ну, короче, блядь. Ну, работает, то есть, пацаны, это железно работает. Если вы посылаете нахуй, я вам перезвоню. Можете послать мне нахуй еще раз. Я просто не помню, кому я перезванивал, а кому нет, но как их блокировать, я не знаю. Просто у пацана, видимо, что-то Wi-Fi пропал, ну, в том месте, где он там рубится, не знаю, в Майнкрафт.
Следующий. Здравствуйте, Эдер Зареевич. Здравствуйте. Все хорошо. Я буду со здоровьем, все нормально. Да. 20 минут я уже пизжу по этой фигне. Ты мне когда будет 28, нет, не 28, а 24, скажи, я закрою. Нет, 28, скажи, мне 8 минут, что? Короче, есть 8 минут у вас, у рэперов русских, у кого есть вопросы ко мне, позвонить сейчас. Ну, то есть не позвонить мне, конечно, потому что вы мне хуй дозвонитесь. Только, блядь, не знаю, раз, два, три, четыре, там, как-то так, и не больше. Иди нахуй, кто-то написал, обожаю. Давайте этим пока с этим разберемся. Сейчас кто-то написал. Вызываю. Лев. Братан, я с Костанае, Казахстан. Так. Адрес можно? Костанай. Текстильщиков 12Б, Жека Сипачев. Братан, приезжай на с город. Спасибо, спасибо, Жека Сипачев. Иди нахуй. Иди нахуй, братан. Ну вот они, мои поклонники. Вот в этом они все. Вот за это я их люблю. Вот они, блядь. Ну, я думаю, вы запомнили, где он живет там. Или кто-то есть в Костанае, кто меня слушает и не хочет послать нахуй. Что, мне так надо, как Вася, со всеми разбираться? Пишите мне, иди нахуй, давайте, а с Яной я в следующий раз разберусь. Я вообще почитаю ваши комментарии, да хуя внимания, или пизде, подождем ее следующий, короче. Следующий ее ход, какой-нибудь, блядь, какой-нибудь слоном, она пойдет слоном, ну как конем. Или нахуй. Это в смысле, ты ошибся, ты там D вместо L вставь просто, или нахуй не работает. Заебал, забей на них. Я не могу забить на тех, кто меня посылает нахуй, потому что, извините меня, вчера я послал человека нахуй, который не мой фанат. И не мой вообще слушатель, а на моменте он стал моим слушателем. Ты внизу, Эдгар, где? Не иди нахуй, вот это я. Давай лучше вот с этим поговорим, блядь, человеком. Спасибо. Спасибо, блядь, большое, что хоть нахуй не послал. Как капа на связи, братан. Все нормально? Все окей. А ты откуда? Хабаров. Откуда? Хабаров. С Хабаровска? Да. Ну ты нормальный пацан, ровный, да? То есть мне нахуй не надо идти сразу. Можно с тобой поговорить, да, немножко? Я быстро пару вопросов задам. Ты мне давай. Да. Нет, ты мне. Я и так отвечаю, сижу на вопросы все, блядь. Давай я тебе задам пару вопросов. Это Лёх, 5 сек, можно подождите? Сейчас. Чаще. Чё, ты сказал, мне продолжать 5 секунд надо? Видосик ебанём. Какой видосик, блядь, мы ебанём? Хочу с экрана записать. Это, Антохе Селезнёву привет. Тони Селезнёв? Да. Ты его знаешь, да? Ну да, вот он сейчас в Аладике был. Да я знаю, но я знаю о передвижениях Антона Селезнёва. Он мне как бы докладывает, где он находится, чтобы у него там все было нормально. Это, да, а вот что, на обучение у него был вот недавно. Давай, короче, вот ты моему вот там останется, это в шапке есть, как бы это в Инстаграме сверху. Ну, вот у меня страницу мы открываешь в шапке. Телефон Эдгара там есть. Ага. Только не надо, сейчас погоди, это я для всех скажу. Только не надо, блядь, всем вас умоляю, все, кто это смотрит, все 20 тысяч нихуя себе, 20, сейчас погоди, 20 тысяч человек не надо всем нахуяривать на номер моего, блядь, концертного директора, хоть он и есть, блядь, в этом. У тебя что-то село там. Короче, не надо нахуяривать всем на номер моего концертного директора и говорить, блядь, отдай гуф или.
или, блядь, что-то еще там вообще устрашающее, угрожающее, которое часто бывает, ему звонят. Ну, потому что вы просто столкнетесь или со стеной непонимания, или вы, блядь, пожалеете, что позвонили нахуй Эдгару и просто так. Эдгар, короче, вот этот человек наберет тебе, запомни его, он представится как... Ну, это, короче, вот, ну, он найдет, блядь, как представится. Окей? Ну, ты меня понял? Нет, ну все, сейчас это уже с тобой. И это, а по поводу... Если хочешь, я могу, в смысле, Антохи на WhatsApp написать, как бы... Вообще, идеальный вариант, все, забей. Блядь, нахуй сказал про Эдгара, бедный Эдгар. Сейчас пиздец начнется у него. Да, я все, давай, на связи. А так это, с благи вообще. Да так-то я знаю, блядь, я с ними со всеми на связи. Давай. Давай. А позови Настю, пожалуйста. У меня просто Оля, Настя, Лена, как бы кого хочешь. Настя, позови, пожалуйста, ко мне. Блядь, вот есть все, а, нет, даже зажигалка есть. Так, а есть у кого-нибудь зажигалка? Ну, я знаю, что она у кого-то есть, но просто сейчас на руках. Есть у кого-то такая зажигалка? Если кто, короче, блядь, делаю флешмоб. Кто выкидывает фото с такой зажигалкой и отмечает не меня, скажем, а Любенг. Сейчас, подожди секунду. Ну, заходи, ладно. Заходи. Заходи, моя дорогая, присядь сюда. Это. Вот, ну, как бы, все, у кого есть такая зажигалка, запустите. Ну, то есть, не то, что вы у кого-то взяли, блядь, вот, например, там, она у меня взяла, ну, она, да? Не буду скрывать, что рядом со мной девушка сидит. И, короче, сейчас рэп выключу, это громко, а рэп вам, по-моему, нет, нормально? Или потише сделать? Короче, ну про Яну пока поговорили, да? Нахуй, может, кто-то и посылал, я просто, ну, я пока не увидел этого. Какого хуя, я тоже, ты тупишь, в смысле туплю в смысле, Гуф-то умер, вот это, кстати, у них какая крутая шутка, да нет, меня убили. Давайте кто-нибудь нахуй последний раз пошлите меня, ну, я надеюсь, что последний хотя бы в этом эфире, а потом я пойду уже, блядь, дальше. Семьей заниматься, извините. Иди нахуй. Ой, спасибо, спасибо большое. Катерина Пугачева, давай, иди сюда. Это, походу, я знаю, даже от кого, мне кажется, даже вы догадываетесь. Блядь, не могу ее найти. Сука. Иди сюда, блядь, тварь. Выйди, пожалуйста. Здорово, Леха. Выйди, пожалуйста, закрой дверь. А? Через одну минуту, пусть Настя, через одну минуту. Чё? Здорово, Лёха. А ты никакие слова забрать обратно не хочешь для начала? Нет. То есть ты меня нахуй посылаешь? Да, по-братски. По-братски? Ну иди нахуй по-братски тоже. Вот это душевный разговор. Давайте, все, кто хочет по-разному пойти нахуй еще, блядь, маякните, ладно? Сейчас я просто выгнал Настю и не могу такое смотреть. Она, вернее, не может на все это смотреть. В принципе. Ну, я просто решил свою поза, ну, короче, свою первую телку вернуть. Анастасия Тацик. Если что, забейте, это вот моя первая любовь. Я сейчас с ней опять встречаюсь. Шучу, блядь, если у кого-то, сука, совсем хуёво, блядь, с чувством юмора, блядь, заебали. Что с тобой? Ой, нет. Что с тобой неинтересно? Со мной все заебись, а вот... Интересно... А, о, пошел нахуй. Давай. Сейчас пойду, подойди. Сейчас пойду. Ой. Да. Так. Здорово. Иди нахуй. Ну, это для начала. Иди нахуй.
Ты мне еще раз сказал, иди нахуй? Да. Прикольно. Вот это уже, блядь, еще раз. Да не, так ты... Не, так ты, так-то, Не, да не, ну так ты, мало ли, ты так-то меня уже два раза нахуй послал. Давай ты, чтобы это, чтобы окончательно мы всю картину как бы, ну, имели уже, я у себя в голове нарисовал, ты, ага. ты скажи, что, ну там, про маму мою что-нибудь скажи, добавь. Да не, зачем? Не, давай про маму, ну по-братски, что ты, ну скажи, что им про маму. Не-не-не. Давай, давай, не, ну если ты меня два раза послал нахуй, тогда про маму ты можешь сказать? Да нахуя, нет. Не, нет, давай, я тебя прошу, умоляю. Хочешь, на колени встану, про маму скажи? Не-не, не надо. Не хочешь? Не. Так, да, тогда не. Давай, знаешь, мы пол программы, блядь, выполним с тобой. Ты откуда, братан? Пермь. А? Пермь. Стасян, я надеюсь, что ты смотришь, да, этот эфир. Вот запомни, как бы, лицо этого человека и как бы устрою ему праздник, ладно? Давай, братан. Давай. Ну, а потом уже просто... Иди пока в футбол поиграй, ладно? Ок. Ну или около футбола где-нибудь поиграй. Давай, братан. Давай, давай. Двадцать три тысячи 600 человек, но это более-менее похоже. Настя! Блядь, больно, орать, сука, из этой ангидной. Даже взял себе, блядь. Зайди, пожалуйста, дорогая, ко мне. Извини, что выгнал. Там мне просто люди просто один за другим нахуй посылают, как бы, но это, я надеюсь, что ты смотришь. Иди сюда, просто покажи свое лицо. Может, даже только лицо. Ну, и сюда, ближе. Ну, да, вот так хотя бы. Ну, вы как бы, вы сходства не видите никакого? Ну, постой, вот так просто они долго думают. Ну, там, среди них половина тупых из этих 23 тысяч человек. Ну, или, может, присесть, найди присядь сюда и сзади, посмотри. Как, ну, как мне кто-нибудь нахуй пошлёт, сразу уходил, ладно, отсюда. Да, ответить, но он сбросил. Вы не поверите, кто сейчас звонил. Надо, чтобы тебя тоже было видно, чтобы они чтобы самые тупые наконец поняли, блядь, с кем я, блядь, живу. Блядь, извините, мама с бабушкой. Это мой микроофис. Здесь тоже придется, блядь. Работы, знаешь. Ну, такая тяжелая работа здесь, да, у меня уже, ты уже, да, со многим. Ладно, короче, в пизду. Извини, что матом. Чай хочешь? Может, Егермастера, пока бам не видит. Короче, это, ну, чтобы получше, вот так, сможешь сунуть свои сестры? Это моя сестра, от одного папы, но от разных мам. А, ну, как от разных мам? От... Это моя племянница. Это дочка моей сестры. Ну, хотите прикол, знаете, да, что... Ну, ты можешь все уже идти и посмотреть снизу. А, погоди. Это моя племянница Анастасия Долматова. Анастасия Михайловна Долматова. В какой школе ты учишься? 46. Ну, просто она учится в 46-й школе. И, ну, запомните, пожалуйста, это лицо. Я думаю, что вы ее в 46-й школе запомнили это лицо. А на каком районе? Вообще. Ну, короче, в районе... Короче, в юго-западном округе, если кто встретит эту девочку, блядь, хоть, блядь, что-нибудь, не знаю, попробует к ней подойти, просто ей пока 14, не 18, как той бледине, блядь, ну, которая сейчас только 18, извини за мат, ну, внутри извини. Ну, все, это бледина, правда. Ну, ты, наверное, догадываешься, да? Угу. Вот. Ну, короче, вы понимаете, вы можете даже ее послать нахуй, но она мне об этом расскажет, а вы мне иди нахуй еще написали, извини, мне сейчас не для тебя, хоть ты послал меня нахуй, я даже хуй знать не хочу, у меня поважнее темы. Я вас тут сестрой своей, ой, блядь, все время называю, что у меня сестра, племянница есть, что у меня, кстати, есть еще один племянник, вообще ты не говорил вообще о нем ничего и не показывал, что такое, не надо, это too much, это... Нет, да, уходи.
А это моя просто бывшая жена пришла, которая решила... Ну, не бывшая жена. Бывшая жена, вы, наверное, сами все знаете, где она находится. А ты... Она... Ты заканчивай сама. Да, но мне чуть побольше времени понадобилось. Ладно? Спасибо большое. Через 5 минут. Через 5 прям ровно. Да. Окей, thank you. Чтобы отпали вопросы у всех, с кем я тусуюсь, блядь. Это мне, блядь, извините, эта пизда слила тот телефон, который, ну, как бы, блядь, был у всех, можно сказать. Ну, не у всех, конечно, у всех, но теперь он есть у всех. А теперь этого телефона нет. Ну, типа, как бы, а, вот я пошел нахуй, но не, не буду тебе перезвонить. Иди лучше нахуй сходи, потом перезвони, ладно? Но не будем углубляться, братан. Загадку. Так это и был как раз про загадку. Не звонит мне. Я пропустил, да. Извини, что ты меня послал нахуй, наверное, да? Да. Ты меня хочешь как-то еще в оригинальной форме нахуй послать? Ну, вообще, как бы так, чтобы с тобой в прямой эфир выйти, поговорить. А, ну, это хорошая, кстати, идея, послать меня нахуй, чтобы выйти в прямой эфир и поговорить. Привет. Здорово, как ты вообще? Как твое горло? Горло? Да, слушай, вроде, блядь, нормально. А твое горло как? Тоже неплохо. Ну, просто смотри, чтобы не случилось. Вон, там смотри, два ебальника еще сзади. Можешь их тоже показать? А, это бабы. Не, баб не надо показывать. Меня вот именно сейчас больше мужики интересуют, чем бабы. Ну, понял? Вот, ну, в данный момент. Ну, как бы ты меня послал нахуй, чтобы пообщаться и спрашиваешь, что у меня с горлом. У тебя что с горлом? Нормально? Просто смотри, да, чтобы у тебя... Ладно, не буду. Хорошо, нормальный ты, пацан? Еще ровный? Да. Ну, слава богу. С какого города хоть? Москвы. Тем более, блядь, быстро найдемся, ёпта, братан. А из какого района? С юго-западный. С юго-западный? Так это вообще вот рукой подать. Ну все тогда, ну все, поговорили, классно. Вот я сейчас скоро увидимся. Ну не со мной, конечно. Со мной ты хуй увидишь, даю. Ну вот, я даже не знаю, как блокировать. Бля, надо просто ближе, походу, держать телефон, бля, типа громче нас сделать. Мусорской был. А, мусорской, иди нахуй, вот это вообще интересно. Блять, где он? А, вот вы знали. Козлов мне пишет, что я мусорской. Сейчас, блядь, я буду серьезно отмазываться, что я, блядь, не мусорской хуйплёт, блядь. Сейчас я, блядь, соберусь. А, ну давай поговорим. Ага, так, да. Ну что ты, нахуй, здорово, старик. Здорово. Не, давай сначала за иди нахуй мусорской ты мне расскажешь. Что ты нахуй хуйнёй какой-то занимаешься? А? Чё я тут пизжу у тебя там, где... Что там пиздишь, где тебя никто не грузит? Ты сначала сказал, что я мусорской хуй... Мусорской, иди нахуй. То есть мусорской и иди нахуй. Это два из трех уже, понял? Уже два из трех косяка, блядь, извини. И ты просто поболтать мне звонишь? Давай сначала узнаем, из какого ты города. Я не вижу, ты мне скажи нахуй, блядь, русским языком, блядь, ты не русский, блядь. Или, ну... Я говорю, ты, блядь, лагаешь, гусь ты нахуй. Шахматный, о, давай, нахуй. Поговорим. Какой-нибудь ты шахматный, ты лагаешь, говорю, нахуй. А, давай, слышишь, говори ты меня, нахуй. Да, слышу тебя, нахуй, конечно, давай. Я слышу тебя. Не, я все слышу прекрасно. Что ты, блядь, мусорнулся, скажи честно. Ну, как бы, ну, заставили, да, мусорнуться. Говорю, ты там мусорнулся, да, я слышал. Ну, грубо говоря, заставили не? Мусорнуться. Пиздец. Давай дальше. Да ладно, нахуй, у тебя всегда был выбор, сайт сказать, не, что вот сейчас я тебя а ты сейчас такой крутой, нахуй. Сейчас я тебя не слышу. Говорю, ты такой крутой, нахуй, у тебя там друзей, да?
слышишь меня? Ты пропадаешь. Когда будет у тебя, если ты хочешь как стрелку какую-то забить, ты откуда вообще? Говорит, ты там, блядь, спугаешь кого-то. А друзей дохуя, да? Не бойся, я никого не пугаю. Что, у меня друзей дохуя? Какую нахуй стрелку? Ты не вывезешь со мной стрелку, нахуй. Старик ты очкастый, нахуй. Давай еще. Что ты там закивал, нахуй? Ты лагаешь у меня. Сядь, где хотя бы есть Wi-Fi, и говори нормально, чтобы я слышал каждое слово. И 24 тысячи человек слышали каждое твое слово. И посмотрим, у кого больше друзей. Я понял, что ты спортсмен, не ебаться. Да-да-да, вообще базара нет. Круто. Хочешь, я тебе покажу? Смотри. Давай так же покажу тебе. Да что за ебучий нахуй интернет? Ну я надеюсь, что ты понял, что я не в спортзале сижу, да? А ты когда из спортзала... Нет, давай договоримся. Когда из спортзала выйдешь, когда словишь где-нибудь Wi-Fi, если в том месте есть да Wi-Fi... Да ты нахуй дырявый, ты набери... на самом деле. А я еще и дырявый? А, не, погоди, это я приберег лет через 40 для сенсации. Да, я вышел. А, ну я понял, у вас там полно пацанов, бля, бойцов. У меня просто ни одного нет бойца, ну извини. Вышел, смотри. И все равно хуёво ловит. Ловит хуёво. Да при чем тут бойцы? Я видел, какой ты боец. Да-да. Уйди вообще. Уйди, извини, пожалуйста. Это я не говорю... тебе, извини, ты пока останься. Слышишь на меня сейчас, да? Вот да, вот сейчас было более-менее. Я тебе говорю, то, что ты тут пугаешь кого-то, друзей у тебя дохуя, да? Здесь тоже хуёво ловят. Друзей у тебя дохуя. Встань на улицу. Бля, так хули твои друзья тебя не защитили, нахуй? А? Не, ну какие были, какие есть, это уже разное. Лёша, блядь, ты заебал меня, нахуй. По всему залу гоняешь, нахуй. Ну извини, ты же спортсмен. Ой, блядь. Волотова, нахуй. А? Ну что ты расскажешь, нахуй? А? Как ты, нахуй, докатился до такой жизни, Лёха? Чего? Я не слышу опять. Короче, выйдешь нормально, Wi-Fi найдешь, перезвонишь, поговорим, правда. Ну, я понял, да, что серьезно настроен. Сейчас слышно меня? Жизни докатился, а? Лёха. Слышишь ты меня? Покажи мне вот поближе просто. Ну, короче, и пусть 25 тысяч человек это увидит, что вы самые опасные типы на свете, и в следующий раз вас нужно ждать, блядь, на UFC, да? Блядь, высунь свои уши, нахуй, включи динамики. Заебал? Наконец-то повторяет, нахуй, по 5 раз. Так я не слышу нихуя, что ты мне повторяешь, блядь. Я не слышу нихуя, ну, блядь, у меня все работает, включено. Я не слышу, ты меня слышишь? Я уже нервничать начинаю, слишком долго с тобой говорю. Он просто, ну иди покажи там своих пацанов еще, там, ну, спортсменов, и можешь еще там блатных показать. Не слышно опять. Он... короче, ну вы поняли, да? Я не знаю, кто это, но я надеюсь, что кто-нибудь из 25 тысяч человек знает это такое. Но как бы если вот у меня в ближайшие 2 часа есть, это если он в Москве живет. Не дай бог, чтобы он жил в Москве.
Фу, я там снял очки, я даже не хочу. Подождите, создайте я сигаретку покурю. Нет, еще, закрой двери. Кто это? Эдгар, ты? Иди сюда. Слышишь, с кем ты разговариваешь? Такой мне стоит, говорит, нахуй тебя в рот ебал, мусорской хуй. Какой ты хуй, говорит, слышишь, там охуел старый хуй, блядь. Иди сюда. Ты не хочешь прямо в эфире свое лицо полить? Да не, я ничего не боюсь. На каждом концерте на сцене, блядь. Привет, дорогой. Час торчишься. Все, пошел. Ладно, извините, я близкий. Здесь близкий зашел, но реально близкий. Ну, как, ну вы поняли, да? Всех моих поклонников. Короче, просто я фильтрую не только, ну, там, друзей, но и поклонников. Еще своих так же называемых поклонниками. Пока, блядь. Уеб.